привет! Музыка – это мое вдохновение. И я рада, что в новом сезоне музыкального проекта «Голос» я помогаю создавать образы участников. Елена Романова поет в разных жанрах, но среди любимых – джаз и поп. Поэтому сегодня я слушала лучшие произведения в этих стилях, и они вдохновили меня на создание образа для «Красной дорожки». Сегодняшний образ получился в стиле Великого Гэтсби. Несмотря на то, что прошло уже почти целое столетие, вариации макияжа и причесок в стиле Великого Гэтсби смотрятся органично и интересно и в наши дни. Хотите повторить? Тогда вооружитесь косметикой Oriflame и смотрите внимательно. Я использую довольно светлый тон. В то десятилетие загар еще не успел прочно войти в моду, и дамы отдавали предпочтение бледной коже. Для щек подойдут нежно-розовые румяна. Наносим хайлайтер холодного оттенка под бровь и над скулами. Вопреки современным принципам макияжа, для создания мейка в стиле 20-х я буду делать акцент на губах и глазах одновременно. Брови укладываем цветным гелем. Рисуем широкие четкие стрелки. Для создания томного взгляда нам понадобится объемная тушь. Четкую форму губ я создаю при помощи контурного карандаша красного цвета. Наносим помаду насыщенного цвета при помощи кисти. Этот мейкап вы можете использовать как в повседневной жизни, так и для особых мероприятий. На этот образ меня вдохновила музыка 20-х годов, но вам не обязательно быть поклонниками ретро для того, чтобы сделать такой макияж. Следите за новыми мастер-классами на сайте oriflame.ru/voice. До встречи!